Ну как мы начали встречаться? Да очень банально. Я-то трахаться хотела, а он оказался не такой. Ох. Вот и пришлось встречаться. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, в принципе, как не обратить внимание на ее декольте? Конечно же, она для ТикТока, точнее, для съемки роликов в ТикТок его специально оголила, так скажем, да, чтобы для пущей, так скажем, убедительности, да. Это прям напомнил мне один случай, с Чаечкой общался, да, у нас ничего с ней не было, так просто лялякались, не надо, рассказывала про своего очередного, там, так скажем, так называемого молодого человека, и, типа, он, говорит, забодал, то цветы несет, то в ресторан зовет, говорит, ты когда ж ты, сука, меня трахнешь уже? Вот честно, говорю, вот так вот, я извиняюсь за мой французский, но вот так вот и говорил, говорит, когда ты уже меня в постель потащишь, а ты забодал со своей романтикой, говорит. Ребята, это сигнал тому, что чаечки сами хотят в первую очередь, ну, а романтика так, в принципе, по остаточному принципу.